Всем огромный привет! Я готовлю завтрак. На завтрак решила приготовить кашу из овсяных хлопьев. У меня каша, ну как, она не быстрого приготовления. Нужно 1:3, как написано на упаковке, часть крупы и 3 части воды либо молока. Я с молоком кашу варю. Добавить соль, сахар. Довести до кипения и готовить 6 минут. Она быстро готовится. Посмотрите, как хлопья прям разбухают, большие крупные хлопья. Каша эта мне вообще понравилась. Я покупала ее в Светофоре, она недорого стоит. Пачку я уже, к сожалению, выкинула. А вот я, вот это закончится каша, я куплю еще. Мне она вообще понравилась. Смотрите, какие крупные, хорошие хлопья. Они подходят, как кашу можно варить, так и гранолу можно сделать. Ну, короче, хлопья классные. Сейчас доварится, добавлю маслица и будем завтракать. Сегодня решила испечь драники. Натерла картошку на мелкой терке, на вот самой-самой меленькой вот этой вот терке. Сейчас я ее откину на сито, чтобы вся лишняя жидкость стекла. И потом добавлю соль, перец, яйца и все. Будем драники делать. И буду делать винегрет. Достала из морозилки заготовки своей, отварная свекла. Сразу уже порезана кубиком. И морковь порезана кубиком, отварная. Так, морковь не отварная, морковь свежая. Да, я забыла, что она свежая. Ну, она сейчас разморозится, я в микроволновку ее положу, и она у меня будет готова. Так, и что? И картошку сейчас в микроволновке отварю. Так, картофель у меня отстоялся. Ну, я не сильно так отстаиваю, прям совсем досуха, потому что сухие драники могут получиться. Добавляю сюда соль. Черный перчик, чтобы ароматные были. Ну, это по вкусу. Кто хочет, добавляет перец, кто не любит, тот не добавляет. И обязательно добавляю лук. Я люблю, чтобы в драниках был лук. Это тоже кто как любит. Мы любим с луком. И добавлю яйцо. Так, сейчас это все нужно мне хорошо перемешать. Никакую муку я никогда в драники не добавляю. С мукой это не драники. Хорошо все перемешиваю. Жарить буду сразу на 2 сковородках, потому что так будет быстрее, чем на одной. Наливаю растительное масло и масло раскаляю, чтобы оно было хорошо-хорошо прогрето. Пока масло прогревается, застелю бумажными полотенцами блюдо, на которое буду выкладывать готовые драники, чтобы лишняя влага, лишний жир весь впитался. Когда масло раскалилось, выкладываю драники на сковороду. Thank you.
Морковку я отварила в микроволновке прямо в вакуумном пакете. Капуста у меня квашеная. Я ее промыла от лишней соли, отжала. И здесь уже свекла, морковка и капуста. Нам теперь нужно порезать соленые огурчики. Вот такой салатик у меня получился, винегрет. Я не добавляла лук, потому что с луком мои не любят. И масла нерафинированного у меня нет. Заправила обычным растительным маслом. Хотя с нерафинированным маслом винегрет намного вкуснее. Ну, не было у меня. Съездила в магазин, немножко такое, что купила. Купила молоко, 3 упаковки, как обычно. Сливки литровые, 10%. Что-то руку запачкала. Сметана 400 грамм, 15%. Сыр творожный, сливочный. Вкусный сыр, хороший, нравится нам. И баночка большая на бутерброды на утро, на завтрак. Да и так в какое-то блюдо. Так, кусочек вот такого сыра взяла, голландский. Если в светофоре покупаете сыр, смотрите, чтобы это был не молокосодержащий продукт, а именно сыр. Молокосодержащий продукт – это не сыр. Это вообще непонятно что. Вот кусочек вот этот на 198 рублей вытяну. Колбаску Атяшево, палочку взяла. Докторская. Взяла гематогенку, упаковку. С чаем за место конфет люблю в прикуску. Так, любимые творожники, сырки глазированные с ванилином, вкусные сырочки. Там в упаковочке их идет 6 штучек. И печенье вот это очень вкусное, овсяное. Ну, оно написано «сдобное». Вообще, это овсяное печенье с кусочками глазури шоколадной. Вкусное печенье, вот 2 пачечки взяла. Так, из продуктов все, больше ничего не покупала. Так, взяла еще 2 упаковки тюль на ленте, 3 на 260. Взяла, хочу в зале на окно. Окно у меня там, гардина во всю стену получается. И покупаю 5-метровые шторы, чтобы были складки. Вот хочу освежить, повесить просто беленькие на зиму. Как раз 3 у меня уже есть, одна упаковка такая лежит. И вот еще 2 взяла, как раз 3 повешу. И взяла себе дома ходить. Теплое вот такое вот платье-толстовка, как он называется. Платье-толстовка утепленное, взяла 46 размер. Состав хлопок, это у нас, по-моему, Узбекистан. Да, Узбекистан. Были разные цвета, как-то они оверсайз, по-моему. Я взяла вот такую зелененькую с надписью. Ну, у вас как-то свет преломляет. Она такая вот болотного цвета, зеленый красивый цвет. Сейчас попробую свет выключить. Но все равно у вас светлее, чем на самом деле. Он потемнее. И он вот такой, ну, он тонкая, ткань тонкая, ну, как бы считается, что это типа утепление. Не знаю, будет закатываться, не будет, попробую. Ну, дома вот так ходить нормально. Длинный рукавчик, плечо спущенное. Ну, я люблю такие вещи. Попробую, одену, как оно будет. Так, еще я какое-то пятно, или я посадила сейчас, или что... Знаю, постираю. Так, еще я взяла
упаковку порошка Бимакс 6 килограмм. Там акция была при покупке на 800 рублей. Бимакс вместе с Ленором выходила 400 с чем-то рублей. Там 406 рублей, по-моему. А Ленор идет 4 литра. Ну, он жидкий, правда. Ну, взяла 4 литра-то. Скандинавская весна. Я вообще, как с нашей водой, кондиционер, как бы, я беру только, чтобы запах приятный белью придавать. И все. Ну, приятно пахнет. Пахнет приятно. И Бимакс хороший порошок. Мне вообще нравится Миф, но Мифа не было. Там вот Тайт я брала, мне не понравился. Как-то не очень. Бимакс хороший. Ну, вот, взяла. Заехала в аптеку. Мы все позаболели. И сын у меня дома сегодня в школу не пошел, оставил. Все выходные проболели. И я болею. Муж уехал в командировку. Его пронесло. Мы его не заразили. Так что все, мне тут в фармакопейку заходила. Какую-то книжечку мне дали, типа в подарок. Не знаю, что это такое. Ну, короче, какая-то памятка. Так, взяла Алюголь спрей. Мне нравится спрей, именно не мазать. А то наматываешь эту вату, потом лезешь в горло смазывать. Не очень приятно. А вот именно спрей мне нравится. Взяла сироп, подорожник мать и мачеха от кашля сироп. Алюголь цены нету. Скажу вам, сколько у нас лекарства стоит. Сироп стоит 259. Не вижу, где Алюголь. Так, Алюголь 100 рублей ровно. Взяла ацетилку, сунулась, а у меня осталась одна пластинка. По 79 рублей. Кошмар. И взяла антибиотики азитромицин 268 рублей. Одна пачка. Вот две пачки. 300 рублей пачка. Вот. Ничего не взяла. Денег в аптеке оставила. И еще заехала на почту. Забрала посылочку. Пришла мне с Алиэкспресс. Ну, кстати, не так долго нашла. Увидите в распаковочках, что здесь. Очень нужные вещички. Сегодня мне нужно помыть вот этот контейнер от пылесоса. Там мусора. Ужас, что... Сейчас я его вытряхну и будем мыть. Вытряхивается он очень удобно. Просто на кнопочку нажимаешь, и весь мусор отсюда высыпается. Так, нужно мне сейчас все это открыть. Достать фильтр. Почистить вот этот фильтр. Тоже его буду промывать и просушивать. Видите, как здесь набивается пыль. Все это убираю. Буду его щеткой аккуратно промывать, потому что здесь... поролон, но его в принципе можно снять и постирать отдельно, и потом вставить туда. Так, и нужно мне разобрать его. Вот так это делается, чтобы промыть сам фильтр и промыть контейнер.
won't be destroyed. The fact that you and I are working here today.